Добрый день, сегодня продолжаем работу на стройке. Получается, здесь был прибит профиль на ненужной мне высоте. То есть я как буду делать, у меня будет вот такой профиль, мы прикручиваем на направляющее, на первую половинку отсюда подойдет пластик к стене и уголок, то есть потом сверху его закроют. Пришлось снимать. Не знаю, как там люди пытались, планировали сделать. Вот старые, еще три бабочки осталось. Теперь сейчас по лазеру буду выставлять новые бабочки и крутить новый профиль. Итак, вот профиль по периметру был поднят. По лазеру сейчас он голома мешает. Выставляю посерединке, чтобы везде попадало на него. Сейчас буду делать направляющие, прикручивать к верхней его части. У меня снизу от самой высокой точки пола остается 2,70. Это минус сантим на плитку, на подрезку как раз. То есть уже пластик лежит сюда в комнату, и будем потом его вставлять. Сейчас покажу, как надо профиль прикручивать, направляющие профиля, чтобы углы не расходились. Вот сейчас вот профиль зарезается не до конца, остается уголок, чтобы его сложить, и получилась такая цельная конструкция. Теперь она будет вставляться туда в угол, и чтобы профиль при нажатии не расходился, не прожимался, то есть уголок его будет держать. Вот получается, вот таким вот способом прикручивается. И в этом месте уже профиль играть не будет, он тут становится нагнутым. Вот, по лазеру буду сейчас направляющий полностью прокручивать по всему периметру. В общем, потолок вставлено. Профиль уже вот. Следующий этап пошел. Получается 4 направляющие, 4 профиля здесь будет. Направляющих ставил. Вот так вот выглядит. Теперь, чтобы закрепить, получается, эльку либо плинтус, как она правильно называется, пластика, вот я вот вырезаю вот такие вот вещи. Можно было просто прямой вставить, но так он получается более надежный. Будет его держать. И он тоже получается место для того, чтобы ее будет прикрутить. Здесь притягивается шурупами. Все, и каркас становится более жесткий. И есть куда прикрутить эту самую эльку. Сейчас по всему периметру так сделаем. Следующим этапом сборки потолка идет выравнивание его по плоскости. То есть придется натягиваться от одной стороны до другой ниточка. У меня, так как две направляющие идут, одна поднимается, и вторая будет выставляться вот уже на подвес, крепиться, чтобы у нас получается вот ниточка шла четко под подвесом. Вот так вот и на шурупчик прикрутим. Вот так все, подвес попадает, все попадает, удлинять его не надо. Вот она с одной стороны получается натянута на другую сторону. Самое главное, чтобы не касался другой профиль именно в этом месте.